В прошлом году 11 членов Союза журналистов Калмыкии получили материальную помощь в размере от 20 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель регионального отделения Союза журналистов России Санал Шавалиев. В общей сложности на поддержку ветеранов калмыцкой журналистики было выделено 320 тысяч рублей. Также в условиях пандемии 15 членам организации были вручены продуктовые наборы. Шавалиев отметил, что поддержка коллег продолжится и в текущем году. Кроме того, на материальную помощь могут рассчитывать не только ветераны, но и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. К примеру, те, у кого возникли проблемы со здоровьем, а также те, кто потерял родных или близких. В продолжение о планах на текущий год спикер сообщил, что будут организованы образовательные курсы для молодых журналистов и еще запланирована спартакиада среди СМИ с учетом всех мер предосторожности. До 15 мая мы должны определить свой список получателей материальной помощи. Да. Вы знаете, по существующей квоте на 200 человек, а у нас около 200 человек, зарегистрированных членов Союза журналистов, положена была одна материальная помощь. Но так как мы неоднократно обращались, нам эту квоту расширили до 5 человек, вот именно для регионального отделения Союза журналистов Калмыкии.